Итак, в общем-то, по-хорошему я не решил, что я буду делать. Значит, и как я буду? Ну, не знаю я. Мне надо развиваться, я не знаю, как это будет. Ну, сейчас я, короче, убью этого лорда Фоучера сначала. Потом там того, кто грабит Ясин. Ага. My scout informed me Потом you were что-то coming, рассказывает. But I took no Ладно, precautions, Фоучер. Seeing as it was only you. Давайте войска мои в атаку. Ныне ты меня в плену, лорд Фоучер. Отъявленный разбойник, сквайр, отступник, Манус, поклонник и миньон. Рыцари, альбарщики, сквайры, воители, бронированные лучники, бронированные пехотинцы, дворянин у меня есть здесь, рыцари льва. Ну дальше все сверху вниз, как черт его. Угу. Монахи, обученные пехотинцы, застрельщики, дозорная и пилигрим и новобранцы. Один новобранец не влез. Да, будем управлять инвентарем. Здесь у них тут грубое что-то такое. 51, 49, ну это, короче, мы все продадим. Уйти. И, значит, сигнал. На убранец городской, городской. Охотник, охотник, смотритель. И смотритель у меня будет шерифом. Пока что я еще с шерифами пользуюсь. Так, не, мы подъедем. Сюда посадим лорда Фоучера. Продолжить, разместить гарнизон. Лорд Фоучер, иди в тюрьму. Рейнджеры Серебряного Тумана мы заберем. Готово уйти. Я не знаю. Мне надо, конечно, брать этот самый Виндхольм. Но мне не дадут демоны. И у меня неким демонов нейтрализовать. А, граф Леофин какой-то, значит. Так, я иду в таверну продавать пленных.
может вас заинтересовать, рыцари тут, ну, всех подряд я продаю, короче. Готово. На торговую площадь торгуют с разными товарами. Разных товаров нету, зато есть 3900 деньгами. А, ну я вот это все продаю, короче. Угу. Ну, у меня здесь есть молот. Ну, а сюда я отдаю рейнджеров Серебряного Тумана, миньонов, поклонников, всех этих магнусов, сквайров и отъявленных разбойников. Отряд мой уменьшается, конечно, но уйти я еду сюда, в замок Сейду-Шериф. Неукротимые дворяне. Размещать гарнизон. Нет у меня здесь кого взять в гарнизоне. Отправляемся в погоню за этим самым. Вот он. Лефин. Который ограбил нашу деревню. Который сейчас будет сидеть в тюрьме. Ага, давай-ка, Леофин. Ага, ну ладно, вся наша армия вперед. Где тут нож? Он тут в воде тут где-то вот он. Ага. Вон он стоит, прям в воде. Я прям не то, что свою армию заспаунил, а я еще и сундук в воду поставил. Рейнджеры Серебряного Тумана. Тут уже без разговора. Да, молоты, ударники валят их со страшной силой. Все остальные, кто у него там есть. Бронированные лучники, сквайры, что у него там, алибарщики, воители, бронированные пехотинцы, лучники, застрельщики, короче, весь мусор сэрлеонский. Угу. Новобранец ополчения, бандит, вор, член, крестьянка и крестьянин. Готово управление инвентарем. Назад уйти. И я тут рядом буквально у сингала разместить гарнизон. И значит я здесь крестьянина этого отдам, крестьянку отдам, значит члена этого там, кто там есть у меня, вора, бандита, городского ополчения. Угу. Ну, значит, на торговую площадь торгуют с оружием. Отличный двухручный меч, военный молот, это все, конечно, хорошо, но мне это, значит, каленый полуторный, и это не подходит. Я буду другие вещи брать. Уже, наверное, буду менять оружие себе и своим
значит, НПСом. Так. Ну, теперь в таверну продам пленных. Лорда Фоучера отвезу в сам Софит. Угу. Хотите взглянуть? Что тут, правда, может заинтересовать, я не знаю. Но, однако, они стоят по это самое, по 100 копеек за стрельщики. А эти вообще по 350. Так-то не так. Но я кое-что получил. Так, значит, я зайду в замок. Угу. У них уже нету дубины. Хорошо, отлично, отлично. Хорошо. И сейчас посмотрим, как будут себя вести адские лошади. Давай, что там налим? Военную комнату. Угу. Снаряжение молоты. Булава погибели. И это займет около 17 дней. Вот так вот. Ударники. Турнирное кавалерийское копье. Это займет около 4 дней. Через 4 дня я смогу поменять им, забрать булаву эту самую, двухручную, и дать булаву погибели. Так, вернемся в главный зал. Спасибо, это все. И я, значит, сундук, где у меня есть отличный свайнхендер, сбалансированная южная глефа, ребеновый двухручник и отличный древковый топор. Я сейчас выдам это своим ребятам, кому там придется, и уже буду переводить их каких-нибудь других, значит, какую-нибудь другую группу. Готово, я сейчас уйду отряд и, значит, начнем. Лесли, Дил и Дис, Сара Лиса выше, и Дис и Дил. Поговори с Дилом о твоих навыках, Див. И у него 301 двухручная и 266 древковая. Готово на твое снаряжение. И я тебе дам, значит, двухручник. Свой хендер вот этот вот. Молот заберу. Ну, древковая, я не знаю, что тебе дать. Пока пусть будет у тебя молоток лучше. Так, неважно. Значит, следующий у нас будет Идис. Идис поговорит с тобой. По твоих навыках. У Идиза тоже двухручная больше. Готово на твое снаряжение. И тебе я дам, значит, и беновый фламберг. Угу. У него, правда, урон такой. Себе такой. Но зато скорость хорошая. Ну и подлиннее, чем эта дубина, короче. Да, все, неважно. Диз, Сара, Лиса пока покурит, а значит Лесли, мы поговорим с Лесли о твоих навыках. И у Лесли тоже двухручник больше развит, но я не могу сейчас ей дать двухручника, у меня его просто нету. Угу. И я ей дам, значит, отличный древковый топор вместо этой, значит, сбалансированной дробящей. 46, здесь 51, здесь скорость 78, здесь 85, и здесь 165, а тут 180 длина. Угу. Отлично. Неважно. И сейчас мы посмотрим эту Сару Лису. Поговорить с ней о твоих навыках. И у ней древковое оружие 107, двухручное 111. На твое снаряжение я тебе дам сбалансированную южную глефу. Вместо отличного. Угу. Вот так, неважно. Готово. Не, еще не готово. И значит я их див. Он будет не ударником, не дворянам, не когтями, не конница, не лучниками, а он будет переименовать. Ну я не знаю какими. Ну я. Так какая разница? Будут отличные стрелки. Пусть будут отличные. Стрелки. Да, отличные стрелки. Окей. Закрыть. Он будет отличным стрелком. И Дис будет отличным стрелком. Сара Лиса будет
тоже отличным стрелком, хотя это, конечно, и лесть неприкрытая. И, значит, и Лесли будет отличным стрелком. Сейчас я зайду в Сингал. Ага, зайду в гарнизон, и здесь у меня есть, значит, где-то рейнджеры Серебряного Тумана. Угу. Рейнджеры Серебряного Тумана, их уже 28 человек, и они тоже будут отличными стрелками. Все, готово уйти. Я зайду опять в замок, где положу эти все дубины. Мало ли что, вдруг ничего не получится, придется им назад раздавать. Чтоб не покупать лишний раз, то лучше, наверное, сохранить. Ну так, сундук. Сюда я сбрасываю все эти вот эти отличные дубины. Кстати, о саблях. Одноручная, это одноручная. И это тоже одноручная. Это одноручные сабли. Одноручные нам не подходят. Все, мы уходим. Отправляемся, значит, в замок Нудар. А, нет, сначала в Сан-Софит, где мы посадим этого графа. О, у нас тут фермеров. Сингалийские соблазнительницы. Ну, мы сейчас вернемся к Нудару, и тогда их, короче, отделаем. Разместить гарнизон. Граф Леофин, короче, прыгает в камеру. Будет там отдыхать, думать о жизни. Угу. Уйти. И здесь у нас сэр Роланд конница. И, значит, сэр Роланд у нас вообще один остался. И он будет, значит, не конница, он будет ударником. Все. Вместе с молотами и с ударничками. Сэр Роланд будет ударником. Вообще, бедный сэр Роланд у нас остался один. Ну, теперь я сейчас еду в замок Нудар. Там у меня в сундуке, по-моему, тоже что-то есть, какое-то оружие. Угу. Выйду в зал. Заодно поговорю с этим товарищем. Угу. Ну, что тут ему сказать. Военную комнату. Вернемся в главный зал. Спасибо, это все. Я сейчас загляну в сундук. Что там у меня в сундуке? В сундуке у меня есть... А, пендерский большой, это хорошо. А, у меня есть сбалансированные беновые одноручные, он нафиг не нужен. Здесь тоже нолдерский одноручный, очень хороший, конечно, но он одноручный. Отличный, да, это самое, здесь одноручный хребет. О, сбалансированный равенстернский большой меч, отлично. У меня еще два меча есть. По-моему, мне как раз двоих и не хватало мечей. Так. И мне, значит, что-то там надо еще. Еще. Мне надо, значит, какие-то эти топоры. Ну, пока что я ставлю им эти молотки. Молотки пока ставлю. Назад, значит. Угу. Уйти. И мы поговорим сейчас с Эдизом. Эдиз поговорит с тобой на твое снаряжение. И у Диза у нас и беновый фланберг, он очень хороший, у него 52 урон и, ну, большая скорость, но он короткий. Может, лучше ему дать пендерский большой или сбалансированный равенстернский. Урон 48, зато скорость 88, длина 152. Как ты смотришь на это, Диз? А это мы дадим Лесли. Твое снаряжение, Лесли. Заберем у тебя эту дубину. Значит, вот так вот уже будет Лесли с мечом. И Саре Лисе тоже твое снаряжение. Дадим ей вот этот вот, значит, пендерский большой. Тоже заберем дубины. Угу. Неважно. И дубины все-таки отвезем в Сингал. В Сингал отвезем дубины. Там положим тоже в этот самый. Здесь есть грифоны, которых надо забрать. Продолжить, разместить гарнизон. Рыцари грифона, два человека. И ферсвейнские охотники, все эти несчастные, которые все это самое. Отряды мы их, короче,
Распускаем. Распускаем. Все. И, значит, я еду. Где там были эти? Как их называют? Где-то тут они кого-то убивали, эти засранцы. Ну, вот этих сейчас нагоним, этих рухнем. Так. Нет, не будет он отпущен. Тем более за 4800. Гниет ваш лот. Фасает за 4800. Разместить гарнизон. Здесь мы рыцаря Грифона оставим. Войдем в замок и отдадим, значит, положим в сундук эти кувалды. Надо, наверное, заодно себя перевооружить. И тоже, наверное, эти кувалды сложить в сундук. Значит, я сюда возьму меч. Сюда возьму древковый топор. Ну ладно, пока что себе я оставлю, потому что я не знаю, как это будет. У них хоть луки есть, а у меня ж ничего нема. Такого подобного. Все, уходим. И будем пробовать теперь. Значит, что у нас выйдет? Ох, тут и патруль сингалийских соблазнителей. И сингалийские рейдеры. Они убивают неукротимых изгоев. И сейчас я проеду, значит, к торбе. Проверю, что там в торбе. Где там наш беглец? Беглец. Ага. Ага, вот они, девочки, конфеточки. И сейчас мы этих конфеточек, короче, развернем. И крепко надкусим. Фантики поразворачиваем и понадкушиваем их. Погрызем. Мы вас поедим. А он бежал, думает, что кто там выручит. Да побегут. Ага. Привет. Hail, Atlantis, come. To deck my hands. You shall greet the Lord of Death. Погнали вперед. Дамнички, короче, работают эти веганы. С молотушком мы сейчас выйдем. Посмотрим. По-моему, лошади все-таки дают эффект эти. Значит, как их называют? Адские. Так, и значит, мы здесь. Вот это имперский тяжелый. Арбалетчик, бронированный арбалетчик. Наемный воин, кавалеристка у нас есть уже. И фрейлина из Дешар с полотенцем вышла умыться, а ее тут эти самые рабовладельцы или работорговцы, короче, раз-раз и умыкнули, погнутый. Уйти. Подъедем к торбе, посмотрим, где там этот наш беглец. Ага. Кадан Бахадурхан. Ну что, поедем грабанем что-нибудь поближе. Может, Кадар Бахадун хан выскочит? А ну-ка сейчас. Может, так выскочит, а? Бахадур. Где ты ж Махадур? Сидит, как сурок. Не выходит. Ну, поедем грабанем Адукулун. Так, чтобы его подразнить, скотину. Будет знать, как он не хочет выходить. Прилина, давай, чеши отсюда, ты только место занимаешь. Воздух портишь. Леди Элиан уже, да, нас любит леди Элиан. Прям аж кушать не может, так любит. У нас с вещами, что там у нас? О, на деревня влезет. И тут ехала деревня мужика, значит, так, купить провиант у них. Фиг у них они провиант. И поэтому мы начнем враждебное действие. Разграбим и сожжем. Пусть Бахадур. Ага, Мариус, легат Кадерн из империи Бакус был обвинен. Ведь говорят, что он удалился в изгнание в королевство Равенстерн.
около. Опа, там кто-то бегает. Бегает, просто бегает. Тупо бегает и. Значит, все это вот сингалийское барахло мы сейчас сбросим. Оно может не влезет, поэтому мы. В общем-то, так сделаем вот так вот. Угу, отлично, получается у нас. Мы же спецы в ограблении деревень. Тупо специалисты. Нет, шапка пока-то пусть будет. Угу. Все назад. И кто ж тут у нас бегал? О, хай, хан Кайван, Кайван. Стой, Кайван, стой. Угу. Будет бежать сейчас от нас падать. Угу. Давай, давай. Рейдеров сейчас твоих мы сейчас. Вы скотина знать, как бегать из тюрьмы. Я тебя сейчас еще намотаю за побег. О, фермеры из Миндан вступают в бой. Да, да, хай. Хан Кайван, давай, у них 110, у нас 106. Давай, я так. Угу. Все вперед. Мои отличные лучнички. Вот там на горке сейчас как станут. Кого успеют застрелят. Если молот этот ударник. А? Рабовладельческого труда. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут вы становитесь, значит. Мои отличные стрелки будут держать позицию. Да, с молотом не поспоришь. Надо, значит, лучше 160 тысяч, чтобы прокачать дальше. Дорого заплатит, хай прям сам дает. Продолжим. Будем атаковать и последних его 17 человек. Все атаковать без всякого, значит, всякого там, кто там шел, где-нибудь остановиться, всем бежать, стрелять, тыкать кубьями и стукать этими самыми тяжелыми предметами по головам. Все. Да, ударничкам надо, конечно, уже кубья надо им менять. И надо им забирать эти кувалды. Тупые. Дело плохо. Ну, в общем-то, в дальнейшем вперед на адских лошадях. Все хорошо. Все. Самое главное, что они могут прикрывать. Так, отменить у меня в плену. Какой раз я уже тебе это говорю, хан Кайван? М? Ты уже должен был как-то понять, привыкнуть уже. Как-то так, я не знаю, что ты там. Что? Дервиш не влазит. Крестьянин отдадим, крестьянку отдадим. Новобранца ополчения отдадим. Дервиша возьмем. Мечника возьмем. Мечники у нас не влазят. Надо же, а? Копейщика ветерана отдадим. Мечника возьмем. Монах.
пилигрим, дышар, копейщик, охотник племени, копейщик, ветеран. Ну, мы возьмем монаха, конечно же. Готово. Угу, будем управлять инвентарем. Здесь опять это... А что тут? Нечем управлять. Глефа дышар есть. 41, рубящий, скорость 85, длина, значит, глифу мы возьмем. Мы выкинем вот это, а не, не вот это мы оставим, мы выкинем вот это. Не, перчатки мы оставим, они дорого стоят. И этот тоже дорого, а этот мало стоит. И этот мало стоит. Мы возьмем вот это выкинем, вот это. Стрелы дешар мы возьмем, потому что они стоят 400, эти 392. Возьмем шкуры 120, это 270. Ну а дальше такое уже. Так, все, назад уйти. И значит тут я... Кто там у меня еще с этими бегает? Лесли, Сара Лиса, Идис, Див. Идис, Див. Посмотрим, Див. Сара Лиса поговорит с тобой. Она твое снаряжение. У ней сбалансированная южная глиф. Я ее в ней забираю, даю ей глифу, глифу дышар. Ага. Не скорость больше, длина. У этой скорость меньше. Зато удар 51, а здесь удар 41. Угу. Глефа дышар. Меньше удара, но скорость больше. Ну ладно, и скорость сейчас как раз. Так. Неважно. И значит я буду говорить с Дивом. Див поговорит с тобой на твое снаряжение и глефу. Сбалансированную глефу я дам Диву. А это значит я заберу. Пока сюда. Пока я значит заберу это сюда. Все назад. И неважно. Ополченцы, охотники за головами. Охотники. Смотрители, смотрители, шерифы. Наемный воин, наемные мечники. Все. Шерифов. Молотов 15. Ударников 34. Значит, дело плохо с молотами, надо и с ними, значит, это самое. Едем в замок Сарсафит, куда будем садить хана Кайвана. Сейду шериф, сейду шериф. Ага, рыцарь кувалды сигнал, созвали войска для оказания помощи земле Венда. Хорошо, очень хорошо. Так, и значит мы здесь разместим гарнизон, где будет сидеть хан Кайван. Так, готово уйти и в сигнал продавать их. Ну, сейчас рыцари кувалды тут немножко покувалды. Ага, у меня осталось 77 тысяч, этого мало. Мало денег. Ко мне присоединились какие-то опять эти самые. А, разместить гарнизон. Наемные мечники, кавалеристки, наемные воины, имперские бронированные арбалетчики. Имперские арбалетчики, имперские тяжелые пехотинцы. Что у нас тут? Ударничек есть один. Этого мало. В таверну. К нашему неутомимому. Ага, заинтересовать. Всадниками, рейдерами, дервишами, пустынными лучниками, воинами, стрелками, джаха дышар, дервиши, дышар-мечники, монах, сингалийский копейщик и сингалийская соблазнительница. 99 000, там 900 чем-то копеек. На торговую площадь торгуют с разными товарами. 2600 у нашего торговца, мы в него купим сыр. Угу, ну так. Для профилактики. И будем ему продавать вот это. 2555. До свидания, торговец. Здравствуй, торговец оружием. 1700 у него. И мы, значит, ему вот это продадим. Вот это. Вот это и вот это. А дальше вот это, вот это. Вот это. И вот это. Торговцу броню и мы продадим шапку. И значит два масла. Ну и все прекрасно. Так, назад, меню города и в красильню.
красение, мы отдадим тут, значит, красочку эту. Ну, тут вообще уже с краской не очень. Работает человек, работает, старается. Мы ему красочки, шелка. И, значит, сейчас вот эту дробящую стальную мы сейчас тащим в этот самый, в замок. Где попробуем вырвать у него этот самый, как его называют. Налим. Военную комнату. Вернемся в главный зал. Ну давай, гуляй. Так, здесь мы кинем дребящий этот туда. А сюда мы поставим фрукты. Нормально. И посмотрим, что из этого у нас выйдет. С нашими лучничками. С нашим, что у нас выйдет с нашими лучничками. Итак. Крепость Тулдар. Ну я не знаю, я даже сомневаюсь. И здесь я тоже знаю, что в Саваторе надо строить это самое. Ну, наверное, сначала. Может, мы погоняемся за Бахадуром. Лесных бандитов. Но я говорю, что нам надо отобрать Виндхольм. Чтобы выстрелить демонов, нам надо увеличить. These are dangerous times to be gallivanting around with such fine horses. Drop them! Для того, чтобы выстрелять, я же надо повышать стрелку. Если я начну повышать свои стрелку, то будут повышаться стрелки и Бахадура с Махадура в этом самом Виндхольме. И тогда, чтобы его взять, надо будет такие усилия или усилия. Ранено 23. Всех, кого только можно, ранили. Разбойники, новобранец ополчения, беженец, крестьянин и крестьянка. Готово. Управление инвентарем. Ой, да тут этого инвентаря что-то. Норовистый, вьючная, погнутая. А надо нам он. Да ладно, возьмем, господи. Мне нужен еще один город. Так. Идти. Сингал. Сан-Софит. Ну все. Беженец, охотник за головами, смотритель. Ну и что там у нас с ударничками? Нету никого. На то, таверну. Вас заинтересовать раба торговец Рамун. Готово. На торговую площадь, и значит мы здесь торговец броней у нас был, которому продадим вот это все гнутое и поломанное. Пока что я его беру, но наверное брать уже скоро не буду, потому что нету смысла его возить, лучше забивать продуктами этот самый, грабить и забивать. Так, вот поехали еще лесные бандиты, мы сейчас их бахнем. Пленные, красивые, здоровенные.
Где ж наша, так, купеческий дом? Your money or your life? Конечно, кошелек или жизнь? Ну, кошелек не нафиг возьму. Жизнь у вас я заберу. Давай, поехали. Так, продолжить. Разбойники, тут отъявленные разбойники, лесные бандиты какие-то. Сквайры и воры Красного Братства. Ну вот это отъявленный разбойник, сквайры и вор Красного Братства, это такое. А все остальное это такой мусор. Ага, ну тут есть какие-то коричневые кожаные рубашки их нет. Вот такое. Ну, короче, я сейчас зарабатываю это падение. Но мне надо, значит, сейчас увеличить до 300 человек, наверное, или до 400 в замке Сейду-Шериф гарнизон. Сейчас я посмотрю, сколько там их. Смотритель шериф. Сколько у меня тут? Для того, ну, для того, чтобы сейчас на данный момент себя обезопасить. 270 человек. Продолжить разместить гарнизон. Ну вот этих дервишей, мечников, воинов, пустынных лучников, копейщиков. Всю вот эту дошаровскую шваль я, конечно, отправлю на стены. На стены. Ну не всю, конечно, а там, которые получше, остальных всех, короче, на стены. На стены. На стены. Меликорду. Когда уже ты, зараза такая, будешь что-то улучшаться, повышаться. Спасибо, это все. Тупой мелик. Уйти. Здесь их 270 человек. И здесь я заберу, значит, еще дервиши, шмервиши все. Туда надо кинуть каких-то людей. Желательно, чтобы это были, конечно, пендерские воители. Они нужные товарищи, самое главное, мне будут нужны. И так, значит, на торговую площадь торгую с лошадьми. Лошадьми. Породистый боевой, железный дестриер. Очень железный, очень дестриер. Ого, этот мусор, однако, стоит. На, почти 2000. Эх, таверну, значит, тут я. Продам работорговцу Рамону. Ага, вот этих вот ребят. Я не знаю, но мне, наверное, надо брать замок. Все. Готово я. Разместить гарнизон. И я сейчас поеду грабить, Так, что там у нас есть? У нас есть наши пендерские решатели. А наши пендерские решатели. А где они есть? Пендерские решатели. Пендерские решатели. Мы оставим себе 100 человек пендерских решателей сейчас, пока что 100. Так, и заберем отсюда всех воителей пендерских. Они тут есть где-то, я знаю. Не знаю, пролистнул где-то пендерских воителей, не заметил.
Алибарщики серебряного тумана, рыцари, вековийские рейнджеры, пендерские воители. Пендерских воителей я заберу. И значит, я их отвезу в замок. Вот этот вот Сейду Шериф, или как он, да, Сейду Шериф. Пендерских воителей туда. Кстати, пендерские воители еще мастера меча, но их не надо, это самое, чтобы они... Так, продолжить. Разместить гарнизон. Пендерские воители я даю сюда. И ухожу в замок. Сен-Софит. Там я оставлю своих ударничков. Нет, не будет он отпущен. Продолжить, значит, размещаю гарнизон. Здесь я оставляю своих, всех своих вот этих вот ударничков. Всех. Молотов, ударников, смотрителей, охотников за головами и городских ополченцев и новобранцев ополченцев. Так, значит, здесь у нас есть копейщики, дервиши, воины и копейщики-ветераны. Мы их забираем. Так. Готово. Сейчас я зайду в зал и скажу этому идиоту, чтобы он нанимался. Почему-то он не нанимает людей и не тренирует их. Может, с тобой надо что-то провести? Ага, нанимать. Дополнительные занятия. Военную комнату. Вернемся в главный зал. Спасибо, это все. И сейчас мы с ним проведем совещание. В течение 3 часов за 450 копеек. Продолжить уйти. Все. И значит, мы едем в замок. Удар. Оба ударники получили турнирное кавалерийское копье. Вот какие-то сингалийские рейдеры, они сейчас нам не интересны. Мы едем брать замок. Скотобойня, травмар было закончено. Это хорошо. Значит, разместить гарнизон. И здесь мы, значит, берем этих фирсвейских охотников. Уходим. Ага. И распускаем их. Распускаем. А то. Замок Нудар продолжить. Разместить гарнизон. Хускарлы. Бронированные секирщики. Секирщики и воины. Такие ребята, которые, значит, идут с нами. Так, значит, заходим в замок еще здесь. Тоже, если что, скажем ему наниматься. Наниматься. Давай. Нанимайся. Халдан. Да. Что там? Ты нанимайся. Так, военную комнату. Вернемся в главный зал. Давай, спасибо, это все. Нанимайся, нанимайся. Угу. Ты же не тот дурень, которому надо постоянно что-то там читать и внушать. Так. Трагмар. Поговорим со старейшиной. Большая радость. Хорошо. Уйти. И, значит, управление деревней. Значит, что у нас там? Охотничий домик. Охотничий домик. 1614 дней. Начать строительство. Домик 14 дней восстанавливает. Господи, где ты взял таких строителей? Так, у нас тут кто-то готов к повышению. Это Дешар, копейщики, ветераны. Это будут мечники. Дешар, копейщики, ветераны. Ну, мы этих дешаров всех сейчас отправим воевать. Сейчас я наберу это самое. Сингали пехоты. По дороге вон эту деревню грабанем. Наймем, значит, разместить гарнизон. И здесь мы, значит, наших пендерских решателей отдаем. А будем набирать
Ну, пендерский рыцарь, короче, вниз туда пойдет. Сквайр, значит, туда вниз пойдет. Имперский рыцарь пойдет вниз. Ага. Вековийский королевский гвардеец. А ну вообще-то зачем? Ну, значит, а что мы будем тут брать? Смертные империи. Дрейки дракона. А, значит, морские пехотинцы, инхирии, служители сияющего креста, гладиаторы, легионеры, митенхаймские, регулярные, митенхаймские искатели, алибарщики, значит, имперские тяжелые пехотинцы, вековийские королевские стрелки, провидица, фаворитка, арбалетчики имперские, арбалетчики бронированные имперские, равенстернские воители, солюнские воители и всех подряд вот этих ребят, которые, ну понятно, что те ребята, которых мы в общем-то и собирали для того, чтобы дельфины тут лучистые, рекруты, легкие пехотинцы имперские, пехотинцы, равенстернские пехотинцы, горцы Равенстерна. Так, ну тут дальше что? Тут дальше уже ничего, тут дальше уже текущая, так сказать, бригада, которая, значит, есть два ударника. Хорошо. И, значит, вот это 440 человек готово на торговую площадь, торгуют с разными товарами. Я думаю, что мы успеем доехать до деревни и ее грабить. Значит, назад уйти. Ну, я не знаю, я сейчас найму, наверное, каких-нибудь, да, в замок зайду и найму наемничков. Да, компанию наемников. Ну, я могу нанять опять бригаду снежных львов. Они такие нормальные ребятки, конечно. Для штурма пойдут. Или единорогов. Ну, единорогов там много конницы. Ну, в общем, там много и конница такая, что и стрелки, и единороги сами по себе, конечно. Не знаю, снежных львов или единорогов. А снежных львов, наверное. Ребятки проверены уже, единороги, правда, тоже, ну, нормально. Так, значит, они получили турнирное копье. Хорошо, сейчас мы идем и дадим ударничкам еще вот одну булаву, значит, 22 дня. Так, военную комнату. Улучшить снаряжение, оружие получше, одноручное. И мы, значит, берем здесь булаву погибели. И вот так делаем. Угу. Вот так вот. Это будет так, и это будет хорошо. Ну а что им еще дать? Молотки эти, короче, они не годятся. И мы, собственно говоря, заберем эти молотки, а потом и булаву погибели, это самое. Вторую дадим. Да, дайте приказ. Все, а ну-ка, что там у нас с молотами? Еще 13 дней. Вернемся в главный зал. Угу. Спасибо, это все. Все, я ухожу. И, значит, тут мои эти самые. Бригада снежных львов. И что тут у него есть? У него есть дворянин 37, уланы, лучника 55 и пехотинцы. Это как раз то, что нам надо. Да, новое задание. Следуйте за мной. Все. И мы готовы к штурму замка туда. Можно было броситься НЭШ команд, конечно. Плохо здесь с замками. Но я думаю, что мы возьмем Тулдар и заколотим там, значит, соколов. Здесь, значит, я, если заберу этот замок, здесь будет теневой легион в этом замке. А уже в Ишкамане у меня будет, значит, этот самый рыцарь рассвета. Все. Да.
будет штурм, будет, конечно, замка, но будет это уже все, как бы, догадывайтесь, следующей серии, да. Ну, а пока что все.